А сейчас прозвучит произведение, которое появилось вопреки всему. Картина вторая. Да, картина вторая. Полтора человека были против нее, но два человека, которые ее написали, настояли. Два с половиной. А хорошо, полтора и два с половиной. И поэтому она сегодня прозвучит. А надо говорить, кто это был? Не в коем случае. Вот. Вы поняли, да? Сегодня замечательный такой исключительный день. Мы обычно дарим по три песни. Кому-то не повезло, было по две всего лишь. Галюня как на завершение получит четыре. Ура! Сейчас, подожди, я возьму вот этот аккорд. Можно? Нет, еще я его не взял. Подожди, да, нет? Да. Да, это можно. Да. Oh my God.